Сегодня я разыгрываю М-ку Hot Rod за 4000 рублей и условия в конце ролика. Всем привет, с вами Такс, мы сегодня открываем кейсы на CSGO.net, и мы сейчас прямо будем открывать кейс базуки, например, да? Нажмем открыть, ну а я с вами поздороваюсь, с вами Леха Такс, и мы сегодня открываем кейсы, вот, на сайте, и сейчас у нас выпадает первая пушка. Давай, пожалуйста, Дигл Пламен, но нет, не выпадает, и я почти обрадовался, но тем не менее, первый раз руки базуки мне приносят какой-то окуп, и вообще мой наряд сегодня означает, что я типа под Деда Мороза хотел закосить, но закосил в итоге под... Клевый стиль 2К19 года. Вы вот сейчас на меня смотрите и думаете, что ты за придурок? А потом будете знать, что это было модно. Будет модно, точнее. Короче, ладно. Я люблю одеваться вот так, как я хочу. Вот, вот так вот и поделать. Да, давайте кейс Бабани откроем, потому что Бабаня у нас как бы бабушка, а бабушки любят быть добрыми. И как бы моя логическая цепочка закончится на том, что мне почти выпала ВП Медуза, но выпадает СГ Темная Вода. ССГ за 14 рублей. Баба Аня меня обделила и даже не накормила. Вот так вот. Очень странно, очень странно. Я ожидал от нее реального подарка, а получа говно. Ну нет, ладно. Ладно, вот, вот АК-47 Point Disaster. Или Disaster. Короче, я не знаю, как правильно произносится. Я не успеваю даже прочитать, потому что я хочу все больше и больше кейсов открывать. Поэтому случайная тайна, пацаны, будет у нас сегодня открыто тоже. И прямо сейчас оно крутится. Я не открываю его быстро, потому что если я его открываю быстро, то из него падает реально говно, и у нас убийство подтверждено. Ну, блин, моя теория подтверждается. Этим самым убийство подтверждено. Давайте еще разочек откроем. Действительно, если я открою нормально рулетку, она будет крутиться, то, типа, лут лучше выпадает. Я вот насчет этого думал, но... Но выпал Галил! У нас щелкунчик за 181 рубль. И я думаю, что это можно все пихнуть в контракты. Контракт очень неплохой, до 8000 мы можем получить, плес напишу. Но я не знаю, смогу ли я купиться на нем. Смогу ли я купиться, у нас все отправляется в контракты и... И... Что? Дерьмо. Просраны бабки у нас, очень глупо и вообще мне не понравилось. Мне не понравилось, выпало говно, я его, кстати, продал, и чё, это мне типа на балансе 3700 остается? Спасибо, ладно, тогда по-быстрому откроем. Вот что я и говорил, вот что я не говорил, вот что я не говорил. Я хочу лучшее оружие, я хочу еще. О, путешественник нам выпал, однако, давайте обычно откроем, но потом резко закроем и такие, ну что, кейс позитифона, ну давай, Леха, помоги мне выбить нормальный дроп, пози, пози. Господи, что, best in class, давайте. И смотрим, что нам выпало. И выпали нормальные пушки. UMP, Primal Saber, ну, короче, такое себе. Дерьмецо, вообще редкостное, на самом деле. Это все нужно продать, потому что я что-то не вижу здесь какого-то реально колоссального окупа. Давайте тайно, ну, по-быстрому. Неплохо, ладно. Можно еще раз, но мне предсказывать, что-то мое предчувствие, что-то будет говно, и это. Ну, ладно, облом, еще разочек, может быть. И это все, вот это говно, все. Это реально говно, давайте попробуем все-таки запрещенно и по-быстрому, как я люблю. 76, 21, ладно, по-быстрому, как я люблю, больше я не люблю. Вот что я скажу. Будем открывать вот так вот, и вдруг реально повезет. Руки-базуки. Давайте откроем все кейсы, которые можно здесь, и посмотрим, какой реально нам принесет реально какие-то крутые пушки. Слово «реально» настолько много повторилось, что Колян из реальных пацанов сейчас такой: «Да, чувак, ты клевый». Но клевый ли дроп нам выпал, и я вижу опять же... Буйство красок, это единственное, что здесь нормально могло нам выпасть. Давайте это все также пихнем в контракт. Очень много пушек у нас идет в контракт, очень много. И также мы можем до 5000 что-то получить. Напишем просто плюс и ждем. Плюс или флюс? Зубной, пожалуйста. И это у нас удар молнии. Вот это хорошо. Его мы оставим, конечно же. Нормально контракт нам, почти в максимальный плюс мы ушли. Также мы можем... Нет, ну что-то не то. Давайте вот здесь откроем, вот, на, вот так вот, да, как мы любим. И вот здесь вот. Сколько у нас там ножек стоит? Сколько? 7999. Но там еще есть один какой-то дорогой кейс, и это у нас кейс Magic. Я мог, кстати, его открыть, а почему-то не открыл. Почему-то я его не... Стоп, а где деньги? А, у нас же, я понял, да. Давайте еще разочек один контракт попробуем. До 2000 мы можем получить. Если я напишу плюс, то это может быть и сработает, но... Проверим сейчас, с вами, сработает это или нет. И вроде как сработало, но хрен его знает. Я думаю, что можно открыть еще немножечко тайных кейсов, вот, да. Мы их сейчас откроем и понадеемся на реально крутые пушки. Если нам выпадает что-то такое, ну хотя бы за 1000-2-3, то я делаю что? Я продаю удар молнии, открываем Magic кейс, вот. Нам выпадает боец. О май гад. Это просто нахрен нож, пацаны. Это просто нож. Найс, 8300. Крутим нож.
готовим свои голосовые связки на то, чтобы сказать, лох я или не лох. Потому что если выпадает дерьмо, то я лох. Если выпадает крутое оружие, то я не лох. Да, я не лох, и поэтому я надеюсь на крутую пушку. Я, пожалуйста, прошу, вот сейчас всеми силами, всеми своими мысленными активностями мы выбиваем... Керамбит, йо! Я думал, зуб тигра уже. Он даже не прорисовался. 10 тысяч на балансе у нас, тем менее. Это означает, что я его продам. Я его продам и сделаю вот так вот, короче. Открою еще один ножевой кейс. А смотреть, что там нам придется. Потому что 5 тысяч-то у нас нету такого баланса, понимаете? Нету его. О нет, не говори. Сколько ты стоишь? 7100. Ладно, надо было что-то на керамбите останавливаться, я так чувствовал. Вот, да, я чувствовал, да? Ага, ладно, Magic Case откроем. Вот если с Magic Case сейчас падает крутой дроп, и это будет очень хорошо. Понадеемся на ножик, а в итоге нам падает что-то между этим, а мне уже без разницы. Это М-ка Посейдон, которую я продам, опять же таки. Да, я ее продам. Крутану ножик, короче, смотрите, да? Крутану ножик. Ну вы чё, пацаны? Несерьезно, ну... Ножик хочу крутануть, но опять нельзя, но это байт на мои бабки, ну нож. Хотел нож, ладно, Magic Case тогда. Два раза, в принципе, можно так вот практически, да, открыть его. Я хочу сейчас что-нибудь еще подороже, чем я потратил, и тогда ровно два раза я могу. О, боже. Вот сейчас какое-то говно выпало за 1900, и это как бы вообще ни хрена не круто, потому что просадок там чуть ли не 70% потраченных мной денег были сейчас вот... Стой, пожалуйста, стой! Нет, стой! 12 тысяч мы вот это продадим. Я не знаю, почему я не забираю, но... Я делаю как? Я сейчас кручу ножик. Короче, пацаны, вообще жестко. Я сейчас кручу ножик, сейчас если какой выпадает, я в любом случае его заберу. Кровавая паутина мне взад просто. И еще Magic Case. Я просто доволен на все 156%, конечно же, на 146%, потому что 10% у нас это хот-род. Найс, я забираю две эти пушки. Я реально останавливаюсь. Я забираю эти две пушки, это очень дорого. И сегодня... Почему я наделся-то? Оделся-то вот так, да? Я на хорошем настроении такой думаю, ну может что-то получится выбить. И я выбиваю для вас, знаете что? Ну вы уже догадываетесь, что это М-ка Хот-Род. Розыгрыш М-ки Хот-Род я провожу ровно неделю. 4000 рублей. Для участия нужно подписаться на мой канал и также на мой второй канал, который ссылку я оставлю в описании. На нем будут выходить ролики и очень интересные. Это нарезочки, у нас музыкальные видосы и скоро там клип на очень клевый трек мой. Вот, поэтому пацаны, как бы... Двух зайцев одновременно убьете, подпишитесь на мой канал, второй, да, и все, в принципе. И комментарий рандомный вот здесь оставьте под этим видосом. Этого будет достаточно для того, чтобы получить М-ку Хот-Род за 4000 рублей. И, в принципе, мы этой пушки сейчас забираем. Ну, а с вами я прощаюсь, пока!